Ураганный ветер в Бердянске нанес значительный ущерб инфраструктуре города. Не обошла непогода стороной и блокпосты, которые обеспечивают защиту курорта от проникновения террористов и диверсионных групп. Все три блокпоста, установленные на въезде в город, имеют повреждения. Это сорванная кровля укрытий и согнутые порывами ветропредупреждающие дорожные знаки. Наибольший ущерб от стихии на втором блокпосту. Пострадал у нас один блокпост, который расположен на проспекте Пролетарском. Там была нестационарная палатка, ее ветром полностью разнесло. Палатку для приема пищи и отдыха буря разорвала в клочья, разбросав вдоль дороги не только металлический каркас временного сооружения, но и продукты питания, которые находились внутри. Несмотря на проблемы, связанные со стихией, утверждают силовики, блокпосты работают в штатном режиме.